Так, тогда идем уже сюда. Нет, она еще не сбежала, значит, все в порядке. А, карта. Питер Петтигрю. Так, походу, сейчас будет уровень. Ага. Это типа вот так работает этот детектор щитов. Так, я пока что не совсем разобрался. Так, ага. Один из пяти. А почему на этих, на броне синяя и вон там? А, вон там, потому что тоже еще одна броня. Это не на ключ показывает. Да, тогда понятно. Ох, как тут странно все это сделано. Ну ладно. Жаловаться не на что. Так, так, так. Ага. Кто там? Ну? Вот. Давай, поворачивай, молодец. Что-то очень странно эта штука действительно работает. Она мне на эту штуку даже и не показывала. Вот здесь вот он прям должен быть. Чего я вообще не понимаю, как это работает. Абсолютно не понимаю. Очень странно все. Так. Так, тут красное что-то. Что? Почему тут красное? Я ничего не понимаю. Так, то есть здесь красное? На золотой этой броне. А на той золотой броне было синее. Поэтому синих осталось 4. Хотя... Он перемещается прямо так вот. Так, это ломаем все. О, да, сейчас ты проснешься. Да, это намного лучше. Так, 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 все тут сделал, да? Да. Ай. Почему Гарри не умеет редикулу сделать? Это странно.
А, хотя он действительно, он же так, в общем-то, и не научился его делать. По сюжету. Теперь все там показывается, теперь... Что? Я вообще ничего не понимаю. Эта штука очень странно работает. Детектор этих щитов я вообще не понимаю абсолютно, как он работает. Почему я не могу попасть? Ага. Да вы что? Вот, наконец-то. Так, тут зелье силы. Так, ты 4 из 5. Так, мне попытаюсь пикси сделать. Окей. Забавно. Так, вот тут прям находится что-то желтое. А, это последнее синее. Да, конечно, они очень странно на них показывали, но все-таки, походу, показывали. Хм. Как оказалось. Так, нет, здесь я не могу ничего сделать, потому что я глупый. Нет, сюда не могу. О, еще один ингредиент. Да, бля. Так, желтая вот прямо здесь вот находится. Надо, походу, что-то с этим камнем сделать. Красная вон там где-то находится. Зеленой вообще нет. Так, тут же где-то и третий был, да, ингредиент? Или нет? Ой-ой-ой. Ага. Вот он. Третий ингредиент. Оказывается. Так, подождите, вначале я схожу обратно. Убежусь в том, что тут ничего нет. Вот прям вот здесь вот. Что вот прям вот здесь вот находится? Ничего нет. Чего вы меня обманываете? Даже вот посветил, там все равно ничего нет. Обманщики. А вот здесь вот желтое находится. Каким образом? А, и ты теперь черная магия, ага. Вот тут находится желтый, это я понял. А красный, как может вон там находиться? Там же вообще ничего нельзя было делать. Ладно, думаю, это не важно. Ага, вот здесь уже находится зеленый. О, как все странно. Все невероятно странно. Ой-ой-ой-ой-ой, подождите.
Да, да. А что из Богарта выпало, я так и не понял, потому что я случайно в другую локацию в этот момент как раз перешел. Так, а ты как добываешься? Так, это почему-то не работает. Ай. Птичка вылетела. Типично. Так, это... Окей, я не пытался это сделать, но допустим. А, это ингредиент для зелья. А что это за зелье, кстати, я так и не... Что-то не понимаю. Немного. Я в натуре не помню, что это за зелье такое. Вишенка это как в оборотном. Так, это не ломается, окей. Так, ты в воду пустил. Ага, и тут все выросло. Ай. Так, вишенка. Ой. Я вообще не это пытался сделать, прям вот совершенно не это. Так, ладно. Отсюда что появилось, я тоже не понял. И откуда мне взять кусок мяса, я тоже не понял. И зачем он мне? Ага, гриффиндорский тоже в черной магии. Миссис Норрис вообще пофиг на то, что я тут гуляю. Так, тут редукты. А, подождите, вот где гриффиндорский. Почему мне его показывали там, в каком-то совершенно непонятном рандомном месте? Почему? Фред в свитере. Ай, ай, ай. Упс. И что теперь он так и будет того бесконечность держать? А как же ингредиент? Ингредиент для непонятно чего. Но все же ингредиент. Подождите, а серьезно? Как мне его освободить? Да подождите. Не работает ведь? И что теперь мне делать? А! Вот что. Интересно как.
Так, и что это у нас за зелье? Зелье невидимости. Так... Так, у меня же мантия есть. Но... Типа... Окей. Странно очень. Просто очень странно. Ага, Слизеринский вообще вон там. То есть он... Почему вот они не могут пока показывать мне эти щиты, только когда я нахожусь именно в нужной локации? А не где угодно. А, понятно, мне нужно слизеринцем быть, чтобы он мне его отдал. Этого, естественно, не могу делать. Просто чисто ради прикола. Естественно, нет. И красный мне опять показывают. Так, ну да, я все понял. Для двух частей нужна темная магия. Для одной слизеринец. Что ты делаешь, а? Так, я все не могу сделать, да? Надо именно вот это. Вот таким образом. Достаточно вот ключ. Хе. Почему это... Музыка беззвучная. Это странно. Так. А. Упс. Офигенно просто. Да, вроде как более-менее разобрался, как эта штука работает. Очень странно, но все же работает. Так, 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 да-да-да-да. Уровень пройден. Настоящий волшебник, и все, даже этого не спас чувачка. Ладно, идем дальше. Так, и мы снова просто вот здесь вот. Окей. Тут я ничего нового сделать не могу. Не знаю. Наверное, нет. Ну-ка, а здесь? Маховик времени, который, опять же, мы якобы еще не знаем. А, вот это можно сломать. А почему я этого не сделал? Окей. Уходим отсюда, ва. Так, вот и Ник. Куда на этот раз нам нужно? На урок или на какой-нибудь... На какую-нибудь жопу? Получается, я сейчас уже три уровня прошел, да? Да, три уровня прошел из шести. В третьем году. Чего вы все опять боитесь стоите тут?
Вот сюда вот. Окей. Ага, тут тролль стоял до этого. На защиту темных искусств. Нет. В смысле нет. А куда еще? А, там еще какую-то я же дверь там открыл, да? А, ну это тоже клюпино. Патронус сейчас будет, да? Так, да-да-да, это очень замечательно, но... Но я хочу вначале это все поделать. Опять же, дофига всего. Это так, точно такой же класс, только находится немножко подальше. Просто логика тут вообще прекрасная. Так, это штука, которая сейчас опять будет раздуваться. А, она даже не лопнет на этот раз. Угу. Ну ладно. Так, тут паук сейчас будет, да. Я пытался в парту вообще попасть. Вау. Неожиданно. Окей. Еще одна голова, которую можно раздуть. Так, 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 так. Все, 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 это все сделал. Так, теперь пау... Ой. Я даже не понял, что это сейчас было. Я построил какую-то... А, камеру я построил. Ай. Да блин, как же он любит застревать повсюду. Я хотел сам туда залезть. Ай. Так, давай, паук, свои монеточки. Так, я могу на эту камеру, да? Ага, еще один сундук с дементором, ну, с богартом. Точнее. Да, у меня тут еще одна голова. Так, люмос. И еще один сундучок. Последний как раз, да? Или нет? А, вон. Где последний? Так, ту паутину я делал. Так, тут такой же нет лампочки? Нет. Значит, надо пикси сделать. Ой-ой-ой-ой. Я не специально. Эй, ну так нечестно. Я теперь не могу ту монетку подобрать.
Так, ну это очень классно, но я хочу наверх попасть. Как только это сделать? Ладно, непонятно. Так, паук. Ага. Так, тут ничего не видно. Тут есть что-нибудь вообще? Нет. Ой. Ой. Сорян. Да как мне туда попасть? Никак, походу. Угу. Синенькая, синенькая, ага. Да что такое, синенькая? Ой, я вот это не сделал, да ладно. Как я так умудрился? Да отойди ты подальше. И не в Люпина, а в Дементора, в Богарта. Все. Так, да, это замечательно, но я все еще не понимаю, как попасть вот сюда вот. Это не делается никак. Хм. Так, вот нет никаких редукта или чего-нибудь еще. Нет. А если я за Люпина выйду, я ведь не смогу им, да, дальше играть.